Добро пожаловать на канал Бибидаки Докс. И сегодня мы находимся в моем самом любимом городе Грузии, в городе Бату. И на самом деле вы все с детства знаете, что это за место. Если вы помните миф про Ясона и Аргонавтов, и помните, куда именно поехали эти люди за золотым руном, то именно сюда. Это и есть та самая Колхида из мифа. И на самом деле золотое руно – это не такая уж мифическая вещь. В этом месте жили очень известные на весь древний мир ювелиры. И они добывали золото. Но добывали золото они не так, как старатели, например, в Америке, которые намывали золото в реке с помощью таких больших сеялок. Здесь они делали по-другому. Они прибивали баранью шкуру к доске и опускали эту шкуру в реку. И через некоторое время доставали ее обратно и собирали то золото, те частички золота, которые набывались на